Вы знаете, сегодня я хочу выступить не как депутат, как просто отец ребенка, у которого растет сын, как человек, который живет в этой стране, в этой области. У меня здесь жили деды, прадеды, здесь вся моя родня. Я не хочу отсюда уезжать. Я в понедельник мы проводили круглый стол в городе Краматорске, где съехался весь северный куст Донецкой области. Все общественные экологические организации присутствовали на нем. Присутствовали представители власти. Если на этом круглом столе я еще сомневался о за и против добычи сланцевого газа, то то, как власть трактовала свою добычу, обосновывала его, и особенно принятие этого решения, международным законодательством требуется, чтобы были проведены общественные слушания таких вопросов в рамках территориальных громад, где будет добываться в данном случае сланцевый газ. Но что они сделали? Они получили согласование от райадминистрации, которых сами же устанавливают. Не в городских советах, где избираются депутаты. То есть депутаты бы не поддержали их. Половина вот здесь сидящих в этой обладминистрации, у них дачи находятся в том же Славяногорске, в том же Студенке, там, где будет эпицентр добычи этого сланцевого газа. Я знаю, что они скрипят душой это делали. Но тот цинизм, с которым власть это все проводила, ну я не знаю, это во время Великой Отечественной войны, наверное, такого не было. Это просто геноцид нашего украинского народа. Поэтому я поддерживаю полностью вашей акции. Я к ней присоединяюсь, я лично буду способствовать максимальному своему влиянию, чтобы этот вопрос был решен и больше у нас таких вопросов не возникало. Без обсуждения, без согласия громад. Спасибо.